Здравствуйте, друзья! Сегодня я взяла еще ленточки, чтобы сделать цветки канзаши. И взяла я два тут на самом деле цвета. Вот они не очень видны как-то. Тут два таких серых цвета. Один более голубой, а другой более стальной. Вот, сделаю такие же цветочки. Здесь вот у меня всякие штучки есть. И такие серединочки. Вот. Бусинка, застежка. А это вот так, куда я буду прикреплять. Ну вот, есть такая ленточка. Такого алого, кораллового цвета. Еще. Тут у меня две ленточки синие. Синяя и голубая. Чтобы сделать типа пронюсиного глазки. Такая вот синяя. Темно-синяя. Белая ленточка. Ну, вот так. Все, попробую сделать. Еще это попыталась тут вязать крючком. Я думаю, такую безрукавку. Ну, не совсем получилось. Надо распустить. Вот здесь вот какой-то такой косой угол получился у меня. Неправильно. Все, распущу. Еще свяжу. Такую безрукавку. Красиво. Ну, вот так. Это мое рукоделие. Попробую еще разочек. Нет, как-то не очень видно цвета. Это чуть-чуть. Один светлее, один темнее. Ну, все, потом покажу, как получились цветки.